Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре проходит летняя детская оздоровительная кампания. В чем ее особенности? Чем радуют своих подопечных детские лагеря и образовательные центры? Как организована система безопасности детского отдыха? В нашей студии Елена Качкурова, директор школы номер 162 городского округа Самара, и Маргарита Анохина, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара. Елена Яковлевна, Маргарита Станиславовна, здравствуйте, спасибо, что нашли время прийти в нашу студию, потому что я знаю, что сейчас время напряженное. С одной стороны, и единые госэкзамены идут. Понятно, что очень много хлопот. Плюс, так сказать, и подготовка, и, собственно, начало вот этой летней детской оздоровительной кампании. И вот об этом бы и хотелось поговорить, об летнем отдыхе и о каникулах. Учебный год закончен. Тем не менее, работа с детьми продолжается. Вот как вы будете работать с детьми и уже работаете в ваших образовательных учреждениях? Возможно, кто-то думает, что... А летом школы закрываются, это, конечно, не так. Наши дети и родители знают, что это точно не так. Потому что лето для нас – это пятая четверть, и для наших детей мы организуем летнюю оздоровительную кампанию. Вообще, департаментом образования в этом году запланирована работа 196 лагерей с дневным пребыванием. Это более 15 тысяч детей в них будет ходить. Но в нашей школе, конкретно школе 162, в которой 1080 детей сейчас обучается. 1080? Да, 1080 детей. У нас будет летний лагерь с дневным пребыванием для детей организован. Ну, кроме летнего лагеря, вообще-то, у нас организуется много видов летней занятости. Это традиционная работа волонтерских отрядов. У нас есть трудовые бригады, которые работают летом на пришкольном участке. Ребята помогают благоустраивать нашу территорию. У нас работает библиотечный отряд обязательно. У нас работает в музее, в нашем музейный отряд летом. Также у нас проводятся профильные смены, потому что наша школа является проектной городской площадкой по теме робототехника, STEM-лаборатория у нас есть. И ребята занимаются летом в профильной смене. Это именно робототехника, да? Робототехника, лего-конструирование, программирование на нашей школе. Обязательно у нас есть выезды в летние лагеря загородные, профильные смены, выезжают с нашими педагогами, выезжают с педагогами Центра детского творчества. Ну и, конечно, летний лагерь – это любимая форма организации, очень популярная. И там, кроме того, что дети отдыхают с 7 до 15 лет, там еще у нас есть вожатский отряд. 6-7-классники работают в качестве вожатых на отрядах, помогают воспитателям. Ну, то есть, по сути дела, кстати, вы формируете там будущих коллег, потому что кто такие вожатые? Это люди, которым нравится работать с детьми, да. И они хотят стать в будущем, скорее всего, педагогами. То есть... У нас есть такие примеры, когда наши воспитанники приходят и работают у нас учителями, и мы очень этим гордимся. Ну, это вообще замечательно. Это просто классно. Маргарита Станиславовна, а вот у вас что происходит? У вас как идет работа? Для нас, конечно, для нашего Центра детского творчества «Металлург», как и для любого учреждения дополнительного образования, летняя четверть, летние месяцы – это очень важные месяцы. Мы задолго готовимся к такому периоду, и в нашем центре тоже так же работает лагерь дневного пребывания. Это 9 отрядов на базе самого центра и еще 5 клубов по месту жительства. Это обязательно мы каждый год стараемся организовывать профильную смену в загородном лагере. А вот в этом году она у нас называется «Россия в сердце моем». Патриотическая смена, очень интересная. Мы тщательно готовимся к ней, чтобы ребятам было очень интересно. Содержательный досуг, образовательные модули обязательно присутствуют. Поэтому для нас это очень серьезная подготовка. Уже сейчас весь оргкомитет вот этой смены готовится к этому мероприятию. Также мы проводим краткосрочные профильные смены. Вот в этом году медиасмена, а в прошлом году была смена «Гнездо пеликана». Это тоже как раз будущие вожатые, будущие педагоги. Дальше дворовые площадки, краткосрочные курсы. В общем, очень-очень много всего. На протяжении всего лета у нас есть чем заняться детям.
Ну, то есть, по сути дела, на самом деле, вот двери вашего центра доп. Образования, они не закрываются? Не закрываются. То есть, да. Это вот практически все. А, кстати, вы сказали, что загородный вот, лагерь будет. А где будет это все происходить? Вот мы проводим смену в загородном лагере «Арго». Да, это замечательный лагерь, нами очень любимый. Мы всегда проводим смену там. Очень интересно. Это где? Это Куйбышевский район. Куйбышевский район? Да, Уральское шоссе. Ну, то есть это, по сути дела, вот, ну, с одной стороны, это здесь и недалеко. Да, недалеко. Да. Это очень удобно, кстати, и для родителей, и для детей. С другой стороны, это как бы вот уже полноценный такой загородный отдых вот со всеми утекающими. То есть это полная смена обстановки. Конечно. Вообще все лагеря находятся не очень далеко от Самары, и всем очень удобно. Вроде бы в черте, недалеко от города, но очень всем удобно добираться. Конечно, есть родительские дни, конечно, дети всегда могут увидеться с родителями, что-то передать, и дети любят, когда родители приезжают. Но мы так стараемся устроить смены, чтобы детям некогда было скучать, чтобы все ребята себя проявили, свои таланты, свои способности, чтобы было так интересно. И главный индикатор для нас, когда дети уезжают из смены, и они плачут, не хотят расставаться, и потом целый год еще общаются. Вот для нас это важно. Вот, кстати, интересно, а существуют какие-то, скажем так, ну, взаимопересекающиеся программы? Как это, объединяете бренды? То есть, условно говоря, центр детского творчества, допустим, и дополнительное образование, и, допустим, школа. Что-то совместно проводите? Конечно, конечно. Для нас это очень важный момент. Вообще, центр «Металлург» — это очень большая организация. Мы многопрофильные, крупные учреждения. У нас более 100 педагогов. У нас есть центр тестирования ГТУ. Есть свой музей, музей паспортизированный, и гений Пушкина нам освещает путь. И поэтому, конечно, мы имеем большой опыт взаимодействия со всеми школами. И, конечно, с нашим партнером 162-я школа. Мы готовим очень много мастер-классов для многих лагерей с дневным пребыванием, для всех школ. В этом году более 200 мастер-классов готовят педагоги. Мы выезжаем как на базу школы, так и дети к нам приходят в центр «Металлург», чтобы узнать что-то новое, чтобы посетить какие-то игровые программы, чтобы, может быть, сходить на экскурсию. Поэтому очень большое разнообразие форм взаимодействия. Вот, например, наш музей готовит несколько интерактивных форм экскурсий и мастер-классов. Например, это мастер-класс по написанию перьями. Или, например, ребята играют... Перьями, в смысле, писать вот вместо шариковой ручки, да, как писать перьевые ручки, то есть знаете, вспомнить. Вы знаете, что это очень непросто. И это очень важно и полезно. Да, очень полезно. Дети знакомятся, например, с играми пушкинской поры, например, в бирюльке. Да, это игра и очень важная. И так далее, и так далее. Их очень много, и уже сейчас составлен на весь июнь. Все школы к нам приезжают, составлен целый график вот этих интерактивных экскурсий и программ. Замечательно. Кстати, да. Вот вы сказали, вот меня прям заинтересовало этот вопрос. Вы сказали, что вы еще и являетесь площадкой для приема нормативов ГТУ. Да. То есть, соответственно, ваша школа может туда прийти и... И приходит, и да, делает, да. Наши дети сдают на базе, потому что вообще, если говорить вот о взаимодействии, тот потенциал, который имеет учреждение дополнительного образования, для нас очень важен, потому что педагоги профессиональные, высокопрофессиональные, материальная база хорошая, обширная. Да, идеальная, и я бы сказала. Для нас вот близость, соседство и такая дружба с Центром детского творчества очень приятна, очень полезна, и мы ее, конечно, используем. Всегда мы дружим домами нашими, и дети наши не только в летний период, они весь учебный год тоже являются детьми, которые ходят в Центр детского творчества. То есть это системное такое взаимодействие, постоянное. И педагоги приходят на базу школ, и ребята приходят к нам. Но центров тестирования ГТО у нас в городе их 10. И, соответственно, все принимают такие нормативы в разных школах. Поэтому мы представляем такую модель, но она повторяется в каждом районе. Просто сейчас как раз это еще очень удобно. Очень, летний период. Как раз, собственно говоря, когда сдавать ГТО, как не летом. Да. Вот. И погода, и площадки все готовы. А где, где обычно проходят? Обычно, насколько я знаю, в парке Гагарина частенько. В парке Гагарина. В основном, очень... да. Это самая такая нам очень удобная площадка. Да. Потому что там как бы, ну вот вообще все, что необходимо, там есть. Кстати, вот если говорить о летних лагерях, для того, чтобы вот это все проводить, необходимо, ну, готовиться.
готовятся? Потому что понятно, что работа идет каждый день, но тем не менее это немножко отдельная история. Вот какие работы были выполнены для, ну, перед тем, как детей принимать летом? Ну, работы проводятся, конечно, не прямо накануне летней занятости, летнего отдыха. Работы мы начинаем проводить, ну, с февраля, с марта месяца где-то. В первую очередь это подготовка документов. Обязательно все организации летнего отдыха должны быть включены в реестр таких организаций. Мы туда включены, но мы каждый год вносим изменения. Вот в этом году изменилась стоимость питания, повысилась стоимость питания примерно на 10% во всем городе. И двухразового, и трехразового питания, которое дети получают. Вот эти изменения мы вносим в реестр, подаем документы. Затем мы обязательно информируем Роспотребнадзор о том, что открывается лагерь на базе школы, предоставляем документы, у нас проходит проверка, экспертиза, и мы получаем свидетельство о том, что наш лагерь соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Затем мы готовим программу. Программа, в этом году у нас обновленные требования, и программа, которую мы готовим, да, все и лагеря дневного пребывания, и загородные лагеря готовят программу, они должны быть обязательно утверждены и пройти экспертизу. Экспертиза проходит достаточно серьезная, то есть вносятся какие-то изменения, корректируется содержание. В эту программу включаются обязательные мероприятия, традиционные, подъем флага, например, Российской Федерации каждое утро в лагере проходит, и это обязательное мероприятие для всех. Дни единых действий, да. И другие мероприятия. После этого обязательно проводится подготовка непосредственно самой школы, ведь мы из кабинета превращаем эти помещения в спальные комнаты, поэтому здесь у нас и мебель выносится, заменяется на спальные места, оформление школы меняется, потому что, ну, более такое игривое, да, разноцветное становится, расписание вывешивается. Большая работа с родителями, с детьми, подготовительная, сбор заявок и формирование отрядов. Все это обязательно производится. Ну и обеспечение безопасности тоже входит в наши обязанности. Ну, вот, а у вас какая работа была? Мы тоже так же подготавливаем и программы. Я бы хотела сказать, что все лагеря с дневным пребыванием, я была членом комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием, и мы везде видели, что каждая школа, каждое образовательное учреждение заключают договора и с музеями, и с выставочными центрами, и с разными домами-культурами, для того, чтобы ребятам всем получить очень содержательный досуг, чтобы разнообразить этот досуг. Поэтому столько площадок готовы принять ребят именно в этот период, в июне. Поэтому мы тоже так же готовимся, также интересную программу готовим для ребят. У нас очень много концертов, квестов, мероприятий различного характера. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу. Привлечение к чтению, формирование здорового образа жизни и духовно-нравственное воспитание. Насыщенную досуговую программу приготовили в Самаре для детей на время летних каникул. Для юных жителей и гостей города будут работать музеи, выставки, театры. Запланированы мастер-классы, конкурсы творчества и фестивали на открытых площадках. Необычную программу под названием «Библиопутешествие» приготовили самарские библиотеки. Этот проект в качестве пилотного появился еще в прошлом году. В течение 10 дней дети приходят, это 4-часовой такой дневной лагерь для детей в библиотеках, где они им рассказывают о современных писателях, об авторах, которые зарекомендовали себя, читают сказки, там, проводят массу интересного и полезного, мастер-классов, показывают мультфильмы. Также все лето в городе будут работать 196 лагерей с дневным пребыванием при школах. 2 лагеря палаточного типа, 6 загородных лагерей. Профильные смены посетят порядка 7000 детей. По словам руководителя департамента образования Ирины Коковиной, ребятам обеспечат активный, интеллектуальный и эмоционально насыщенный летний отдых. Ну, в каждом микрорайоне планируется работа 101 площадки по месту жительства, при клубах по месту жительства. В тематических мероприятиях во дворах задействованы учреждения дополнительного образования. Запланировано проведение традиционных мероприятий с участием детей и их родителей, различных праздников, День защиты детей, государственного флага, День семьи, любви и верности, различные концерты. –
Уважаемые гости, вот мы посмотрели сюжет, и знаете, какой вопрос у меня возник? Наверное, ну, для многих самый важный. Вопросы безопасности. Как они организованы? Вот особенно сейчас, в наше сложное время, то есть что делается, как делается, каким образом? Ну, безопасность, конечно, это главнейшая задача, это первая наша задача. Безопасность в летний период не упрощается, мы, наоборот, переходим на более серьезный вариант обеспечения безопасности. Во-первых, все организации, которые охраняют нас, физическая охрана, частная охрана организаций, они работают у нас весь июнь. Договор с ними всегда заключается до 30 июня. Поэтому охранники в школе находятся всегда во время действия нашего дневного лагеря. Кроме того, режим пропускной также усиливается. Видеонаблюдение во всех образовательных организациях имеется, оно работает постоянно. Мы всегда можем видеть, что происходит внутри школы и по периметру школы. Ну и, конечно же, учебные тренировочные выводы. Вот мы в конце мая месяца участвовали во всероссийской тренировке по обеспечению безопасности, по антитеррору. И сейчас, во время работы летнего лагеря с дневным пребыванием, также у нас запланирована тренировка. 4 июня у нас будет проходить тренировочный вывод. Когда мы говорим о безопасности, мы имеем в виду, конечно, весь комплекс безопасности, и санитарно-эпидемиологические требования, и противопожарную безопасность, и, конечно, антитеррор, что сейчас для нас особенно серьезно. Но здесь еще, конечно, немаловажная роль играет работа с детьми именно с точки зрения, ну, объяснять им правила поведения и внутри учебного заведения, и вообще как бы, ну, летом. Потому что, ну, простой пример. Сейчас существует такое явление, как самокат, электросамокат. Но это вот как бы такая отдельная история, которой можно отдельную программу посвящать. Там велосипеды были, сейчас самокаты добавились. Понятно, что это вопрос безопасности на самом деле. Причем безопасность ребенка не только там в школе или в центре доп. Образования, но и просто на улице. Там это, соответственно, следующий этап – это безопасность на дороге ребенка. То есть это, ну, понятно, что здесь надо работать с детьми, объяснять, конечно, им, что лето – это время, когда… Это, конечно, инструктажи. Мы всегда и в лагерях дневного пребывания, и в загородных лагерях это обязательно мы проводим инструктажи. Конечно, для ребят помладше это могут быть инструктажи более такой в игровой форме, может быть, даже на слайдах, видеофильмах. А уже с ребятами постарше это, конечно, серьезные инструктажи, как себя вести в разных условиях. Ну да, это очень важно. Я хочу добавить, что, конечно, последний классный час в учебном году всегда у нас посвящен безопасности и дорожного движения, безопасности поведения на воде, об этом всегда говорим, о пожарной безопасности. А в лагере у нас каждый раз, каждый год обязательно один из дней посвящен безопасности дорожного движения. К нам приезжает часто выездная лаборатория, проводят игры в игровой форме с детьми, правила проговаривают. Конечно, мы об этом не можем забывать. Это важнейшее, на самом деле. Все планируют, все мы обязательно проводим. План включены. Какие еще формы досуга вот летом предлагаются для детей в Самаре? Ну, это, конечно, загородные лагеря, про которые мы должны сегодня сказать. В ведомстве департамента образования 6 лагерей загородных. Это Арго, Заря, Золотая рыбка, Центр Салют-2, Центр дзюдо-мужества и Центр Авангард Самара. Все они прекрасны, получено заключение, все готовы к приему ребят. Там тоже обязательно все виды безопасности предусмотрены, поэтому здесь родителей не должно ничего волновать. Все в порядке, все готовы. И вот уже с 1 июня стартуют первые смены в загородных лагерях. Всего будет в каждом лагере по 6 смен, 36 смен всего за лето. Каждая смена очень тщательно подготовлена. Проводят эти смены и учреждения доп. Образования, и общеобразовательные школы. Все уже сформированы, все готовы, поэтому тоже будет очень интересно. И еще будет работать 2 стационарных палаточных лагеря. Всего отдохнет более 7400 ребят за это лето в загородных лагерях. Ну, вообще, конечно, цифры огромные. Я вот сейчас подумал. Кстати, когда вы сказали отдельный лагерь мужества, просто я когда-то дзюдо занимался, я понимаю, о чем идет речь. То есть это тот самый знаменитый клуб мужества, на базе которого создается вот этот самый детский летний загородный лагерь. Да, спортивный лагерь. Спортивный очень лагерь. Очень хорошие площадки для развития спорта.
замечательный лагерь. Да, и как бы хорошо, что в свое время, очень давно, более 30 лет назад, был создан этот клуб, и вот он вырос в такое замечательное движение. Вот важнейший вопрос для родителей, ну, для родителей и для детей тоже. Как попасть вот в эти лагеря? То есть когда надо начинать, что нужно делать, ну, вот, так сказать, вся этапность, то есть с чего нужно начать и что нужно сделать для того, чтобы ребенок оказался там? Вообще, если родители вместе с детьми принимают решение, что они хотят попасть либо в лагерь дневным пребыванием, либо в загородный лагерь, они должны уже в феврале обсудить и со своим классным руководителем, куда они хотят попасть. Например, если в лагерь дневном пребывании, то значит уже заявление написать. И уже классный руководитель может рассказать, как и что сделать. Начальник лагеря есть, который поможет. Который поможет все оформить документы. Конечно, нужно подумать о том, возможно ли собрать документы для справки. Потому что есть справка определенной формы для того, чтобы попасть, например, в загородный лагерь. И, конечно, подавать заявки в загородный лагерь. Каждый ребенок имеет право получить льготную путевку. Для этого нужно, например, зайти на сайт Департамента опеки и попечительства и социальной поддержки в раздел «Отдых и оздоровление». Есть возможность зайти на сайт Супрем и подать заявку на такую путевку. Таким образом можно попасть в любой лагерь. Ну, я, знаете, о чем подумал? По большому счету, вот вы, ключевая мысль, надо начать этим заниматься вопросом примерно в феврале. Да. В крайнем случае, если есть какие-то сомнения, посоветоваться с классным руководителем или с заучем в школе. Да. И они вам, собственно говоря, весь путь покажут, расскажут. Расскажут. Конечно. Они доведут обязательно туда, куда надо. Да. Да. Ну, все документы можно найти на школьном сайте. У нас, например, все приказы, все положения, все выкладывается на школьном сайте. Всегда можно найти, прочитать. Ну, в крайнем случае, созвониться, уточнить. То есть, по большому счету, вот если внимательно читать школьный сайт, можно найти ответы на все вопросы. Найти ответы можно, да. Ну, вот это да. Это можно и спросить. Можно и спросить. Ну да, потому что, например, медицинская справка, какой формы она нужна, не нужна и так далее. И что входит туда. И что в нее входит, да. То есть это очень важный вопрос. Ну, и знаете, вот время программы подходит к концу. Такая мысль у меня сейчас в голове появилась. Вот на ваш взгляд, вот особенность этой летней кампании будет в чем? Вот она как бы вот эта летняя кампания. Но самое главное, она будет безопасная, потому что все продумано. Она будет очень содержательная, потому что тоже все наши учреждения, культуры, спорта, образования, все готовы предоставить свои услуги, предоставить свои содержательные программы. Будет все очень интересно. И, конечно, сегодня хотелось бы еще сказать о дворовых площадках. Потому что в течение лета... Кстати, да, важный вопрос. Да, в течение лета не все ребята могут уехать к бабушкам или в лагеря. И вот здесь как раз помощь родителям – это наши площадки. По месту жительства – дворовые площадки. В каждом районе нашего города будут работать 100 площадок, более 100 площадок. Где о них можно прочитать, где узнать информацию? Именно на сайтах учреждений дополнительного образования, которые есть в каждом районе. Там можно увидеть даты, время и формы площадок. Это могут быть мастер-классы, это могут быть игровые программы. Конечно, это для нас, для учреждений доп. Образования, своеобразная форма рекламы. И, конечно, мы приглашаем всех ребят и родителей на такие площадки, познакомиться с учреждением доп. Образования. И, конечно, в сентябре уже приходить к нам заниматься. Я хочу добавить, что поскольку лагеря с дневным пребыванием рассчитаны на детей от 7 до 15 лет, а в основном это начальная школа, то программы наши основаны на проекте «Орлята России» и «Содружество Орлята России». Поэтому вот патриотическое воспитание, которое заложено в этих программах, становится такой красной нитью, оно основным становится. Мы говорим не только о том, что мы детей развлекаем, да, но и еще, конечно, патриотическое воспитание – это то, что заложено в основу наших программ. Это вот особенность этого лета. Ну и это на самом деле, наверное, самое важное, что должно быть вот в этой летней оздоровительной, образовательной кампании тогда, потому что вопрос воспитания и вопрос формирования граждан нашей страны, это, ну, собственно говоря, это то, ради чего система... Это ключевой вопрос, ключевой, то, ради чего вообще в целом система образования она существует. Да.
Потому что, скажем так, научить могут и учителя, а вот воспитать это должны педагоги. Большое спасибо вам за ваше важное, сложное, очень трудное дело, которое, ну, на самом деле нам всем необходимо, потому что, собственно, без вас не существует будущего страны. Я желаю вам хорошо провести эту летнюю кампанию детскую, оздоровительную, ну и чтобы 1 сентября вы встретили детей отдохнувших, ну и сами успели немножко отдохнуть. Ну а мы, в свою очередь, спасибо. Желаем хорошего лета, теплого лета, да. Безопасного, содержательного лета всем нашим ребятам, родителям, всем-всем нашим гражданам нашего замечательного города. В нашей студии были Елена Качкурова, директор школы номер 162 городского округа Самара, и Маргарита Анохина, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара. Всего вам доброго, до свидания.